Аппарат вакуумной чистки лица имеет в наборе насадочку дермабразии. То есть можем его использовать как микропилинг. Также есть насадочки пошире, поуже. Работает от батареечки, которую мы заряжаем с помощью шнурка. То есть меняем насадочку, либо вакуумная насадка идет, либо насадочка дермабразии, которую мы используем как очищение кожи. Очищаем с помощью этой насадочки, то есть используем ее круговыми движениями по лицу. Такой микропилинг получается, микропилинг механический. Под PR-крем можно, например, либо просто на увлажненное лицо.